Ну что ж, добро пожаловать на Марс. Всем. С вами Никита Горячев, и начинается наш стрим, посвященный VR-шутеру Doom VFR. Doom в виртуальной реальности, Марс, виртуальные демоны и прочие засранцы сегодня выходят в релиз. Давайте же смотреть, что крутого и не очень нас там ждет, как обычно в VR. Стримы играем на PlayStation VR вот с этим замечательным шлемом. Посмотрим, что этого получится. Главное, чтобы было так же драйвово, как и не в VR хотя бы, да? Поехали. Ох ты, супер. Это я. Так. Нифига себе, тут прям огонь горит. Так, yes. 2 PS мы есть. Кнопка T, сейчас сразу же их возьмем. Видимо, нужно откалиброваться немножечко. Вот, отлично. Выбрать компанию. Новая ячейка. Все, я прям в аду. Супер. Вот так вот. Да, новая ячейка. Начать кампанию. Мне рано умирать, сделай мне больно. Ультра жестокость, кошмар, абсолютный кошмар. Сделай мне больно. Да. Оглушенные демоны подсвечены голубым. Такого демона можно убить телефрагом. Окей. Будем глушить и фрагать. Ищите пункты улучшения, чтобы открыть альтернативный режим огня. Супер. Привет! Требуют уже. Внесите свой вклад сегодня. Ненавижу встречи. Обнаружено демоническое присутствие. Какого черта? Это я. Ребят, мы все умрем. Есть такое ощущение. Что это добром не кончится. Минимально безопасный уровень демонического присутствия. Пронесло. Генри! Что за... Здрасте. Завершено. Все, игра пройдена, друзья. Расходимся. Подача энергии отключена. Где я? Виртуальные руки. О, боже. Так. Я умер. Я не умер. Во-первых, проверим еще разок. Привет всем. Давайте поздороваемся. Есть живые вообще? Супер, привет. Привет, Ренки. Что такое? Что-то меня опять хотят. Дум в шлеме, да. Протрем окуляры, чтобы лучше видеть все вокруг. Все хорошо, нас хорошо видно, нас хорошо слышно. Сообщите мне об этом, коль так. Поехали. Контроллер теперь найти в темноте. А, вот они, все супер. Продолжить, да. Хотя... Нет. Похоже, кто-то запустил протокол переноса сознания. Такого не бывало со времен Хайдена. Видимо, я все-таки умер. Знать, что произошло. Основное электроснабжение. Начну отсюда. Где-то здесь должен быть боевой костюм. Он бы пригодился. Как прикольно сжимать виртуальные руки. Вовремя. Ух ты. Сейчас узнаем, что умеет эта штука.
Вефар, зажать, отпустить, телепортироваться. Телепортация — это основной метод перемещения. Вот эта телепортация вызывает больше всего вопросов, наверное. Ну да ладно. Время ненадолго замедляется. Хорошо. Я хочу телепортироваться. А, вот он. Супер. А поворачивать как? Камон. Поверните меня! Не дело вообще. Да вы должны быть шутите. Рывок. Рывок вперед, рывок назад, рывок влево, рывок вправо. Окей. Можно перемещаться рывками. Блин, а поворачивать-то как? Вы должны быть шутите. Оружие, оружие, колесо выбора предметов. Выбор выделенного оружия. Зажать, отпустить. Зажмите квадратик, чтобы открыть колесо выбора оружия. Нажмите крестик или нолик, чтобы переключить оружие. И что-то там еще. Окей, о, супер. Где у нас квадратик? Ага, ух ты, пистолет. И дробовик. Дум Вифиар, телефраг. Если демон получил сочный урон и оглушен, можете телепортироваться в него и убить его тем самым. Окей. Йоу! Это поворачивать-то как? Супер. Я гребаный телефрагер. Ну, мне сюда. Гранат. У нас еще и гранаты есть. Активировать гранату, метнуть гранату. Б. Форма также оснащена гранатами. Ок. Граната загрузится в устройство после взрыва текущей. Йоу. Ну, почти. Главное, убил. Ух ты. Сейчас научимся обращаться с этой техникой. Воу! Прям нужно как следует заметнуть-то. Воу! О, хорош! Бам! Ой. Ой, простите, это не я. Она сама. Ладно. Держи. Ну почти. Ух ты. Бом! Хорош. Еще. А вдруг он не умер? Валим отсюда. Окей. Защитный импульс. Используй защитный импульс, чтобы оттолкнуть окружающих вас демонов. Ок. Бом. Фига ты жирный. Валим, валим, валим. Время замедляется, отлично. Эй, я ж валю. Стоять. Пока. Где я очутился? Аргент кэш. Аргент кэш позволяет, блин, можно все-таки.
нифига же непонятно. Блин. Че это? У нас какой-то аргент кэш появился. Все окей. Калибровка хромает. Нормально. Так, все хорошо. Нас слышно, видно. Все нормально. 1080p 60fps. Супер графони, ребят. Невероятное просто. Incredible качество. Стрим у нас сегодня. Все ради Doom VFR. Все, погнали дальше. Так, что-то происходит здесь. Блин. Так, это поворот. Ладно, идем. Нажмите кнопку. Да что еще за хрень? С урона в глаз какой-то. А, энергия для подсистемы. Прочность платформы, замедление времени, боеприпасы. Я хочу. Сюда увеличивает максимальный запас здоровья, продлевает эффективность замедления времени при телепортации. Увеличивает максимальный боезапас. Враги чаще оставляют боеприпасы. Хочу боеприпасы. Ачивмент. Супер. Все? Куда? Куда? Ты влёкся, блин, на поворот и все пропустил. Толчок от толчок. Так, что сделать надо? Пустить. Гранат нет. Бам-бам-бам-бам-бам. Дайте еще что-нибудь. Еще что-то есть, нет? Черт побери! Смотрите, гильзы валяются. О! Можно время замедлять, стрелять в нем. Прикольно. А, вон какая-то, какая-то точка есть. Это... Улучшение оружия. Пункт улучшения оружия позволяет установить заранее выбранную модификацию на имеющееся у вас оружие. Выберите улучшение оружия, которое хотите активировать на сетке. Нажмите подтвердить. Подтвердить. Модификация оружия. Пистолет или дробовик? Даже не знаю. Шквальный огонь. Мощный электрошок. Активировать модификации. Сгенерировать мощный электроразряд. Зажмите активатор модификации, чтобы выпустить очередь из трех патрошек с большей кучностью. Мне нравится электрошок. Все? Yeah! Not bad. Так, теперь, видимо, надо валить. Тренировка пройдена успешно. Все, курс молодого бойца пройден на Марс, друзья. На Марс. Встаньте на телепорт, когда будете готовы вернуться в реальность. А я где? Я что, не в реальности, разве?
Воу! Нифига себе, так, видимо, тут надо уворачиваться. Есть у меня для вас ответка. Отсюда. Это было случайно. Слышь, возвращаемся. Время энергоснабжения. Восстановим снабжение. Все, все, видимо, наконец-то можно играть. Добро пожаловать на Марс теперь уж точно. Робот брызжет кровью. Как-то все у них интересненько-то. Доступ желтый. Требуется ключ-карта. Окей, нас сюда не пустят. Нужно снабжение восстановить. Блин, ты. Нам туда. Чуваки, есть кого фонарик? Тут довольно, довольно темно. Как тебя подобрать? Ой! Простите. Заделали. Так, это отталкивание, ворот. Вот альтернативный режим. Стрельбы. Удобно. Ошибка. Ошибка, братья. Свойти отдел. Черт, мне кажется, никто не ответит. Каймолот. Так. О, смотрите, двери самооткрываются. Хорош. Получается, сюда меня тоже пустят, да? Сим, мать его. Сим. Не-а. Там что-то заперто. Вон что-то горит. А, тут ключ-карта будет. Боже мой, да где я вам возьму-то ее? Тут темно, как в заднице у Марса. Найди тут вашу ключ-карту еще. Попробуйте. Откройте. Что такое? Ремонтный дрон вызов, да. Да ёпрасете! То что так гранат-то взрывает. Прям в руке ведь держит. Сим-сим, выходи. Да я тебя. Ладно, давайте искать другие пути, выходы из этого. Что такое? Кризиса. Так, меня прям должны пустить туда. Откройте! Я тут главный. Единственный. Значит, главный.
Здоровей! Что делать надо? Блин, мне надо попасть туда. Чё дверь не открывается? Power Star. А, во! Вот оно чё. Установите топливный элемент. Прочность, припасы, элемент. Есть у меня такой? Испытание недоступно. О, хорош, давай. Заменить емкость. А, нужно новую найти. Окей, а где искать новую? Закончилось электричество. Кина не будет. Блин. Проход Барби Сайз. Скажу вам сразу, да, во-первых, впечатление. Мне дико не нравится, что нельзя вращать. Но что это за фигня? Почему я должен сам поворачиваться? Почему нормальная камера не вращается? Куда? Мне удобно. Ух ты, ё. Серверная. Святая. Серверных святых. Может, он вот там? Да не. Ух ты, ё-моё. Тут карта есть, оказывается. Ладно, вот он я. Вот они какие-то две фигни. Хорошо. Боеприпасы. Я понял. Теперь мы знаем, что есть карта. Это уже половина праздника. Так, смотрите, с той стороны работает, да? А тут не работает. Заменить надо. Где же эти найдут такую херню? Distribution error. Так, то есть, смотрите, да, справа есть, слева нет. Все, логично. Логично, но не все равно непонятно. Пойдем искать. Поговаривают, где-то слева должно быть. Ежели я прав. Киберклаб. Так, может где-то прямо здесь она и есть? Тут нету топливного элемента. Я здесь. Ага. Какая-то фигня здесь в углу есть. Замедление времени, ослабление урона, боеприпасов, установить топливный элемент. Вот он что ли? Нет, это не топливный элемент, черт. А вроде ближе. Ошибка. Я прям на месте. Ну, мать твою, где тебя взять? Стример не тупой. А то. Играть стоя проще. Да какая разница? Играть стоит. Умудриться надо. Есть идеи, где грёбный топливный элемент? Смотрите, там сверху какая-то радарчик есть, получается, да? И что-то такое. Так, улучшение оружия. А! Это, видимо, вообще не та фигня. Окей. Пошли искать, где та фигня, которая нам нужна. Вон что-то подсвечивает. А, это нам подсвечивает
где топливные, куда нужно топливные элементы нести, но откуда его взять? Блин, давайте вернемся. Может, стример все-таки тупой? Да не, вряд ли. А, я понял, это камера нам показывает сверху. Во! Еее! Оно внезапно заработало. Да будет свет! Стример не тупой. Обнаружен прорыв демонов. Сейчас будет весело. Перебейте демонов. По одному, пожалуйста. Просто скажу вам, да, что в Skyrim VR теперь тоже такое управление изначально предполагалось. В итоге его все обосрали и сделали нормально. А вы кто такие? Хорош. Все. Да будет убийство демонов. С другой стороны. Оуч. Желтого ключа у нас еще нет. Пойдем искать. Погоди. Я меняю оружие. Где ты? Просто. Начинается веселье, да? Дум! Откройте. О, новая цель. А, устраните демонов. Устранили демонов, супер. Где моя ачивка вообще? Че я тут, просто так что ли работаю? И последний герой Марса. Достаньте, че? А можно еще разок? Вот. Добраться до операционного центра. Операционный центр, где? Где-то. Во, там. Ух ты. Нужно узнать статус комплекса. Странно. Мило. Кто-то включил станцию передачи аргент энергии. Человек, открывший станцию хранения, создал новый портал. Если не закрыть этот портал, демоны захватят всю базу. Этот телепорт сломан. Он нужен мне для перемещения. Найти деталь телепорта. Пила. О, шлем. Мило. Бедный Йорик, а? Что они с тобой сделали? Воу! Это прикольно. Зубастик. Жопа у тебя какая страшная. Ну что ты мне теперь сделаешь такой мелкий, а?
Блять, ладно. Стой на месте. А тут я. Супер. Ладно. Заменить деталь. Пойдем искать деталь. Так, нужно понять, куда идти. Деталька. Может быть, она здесь? У вас есть детали? Блин, когда не пускают. Во, вижу цель. Черт, нужно найти ключ. Да ладно! Ищем ключ. Ключ. А, вот, смотрите, показывает, где ключ, я понял. Еще найдем. Где-то здесь. Не, нифига, а он... Я наверняка могу попасть ниже? Туда с помощью бота-уборщика. Ничего себе. Активировать бота-уборщика. Активировать. А мне туда как, простите? Я же не маленький. Не умею скукоживаться. А, может, там дверь открылась теперь? Нет? О, а вон он едет. Стоп, давайте посмотрим, что он творит. Привет, бот! Спасибо. Неловкий момент, как тебе забрать. Бот. Ты надо мной издеваешься? У меня же тоже нет рук. Ну зачем они имеют? Я не могу ими пользоваться. А, во. Все, супер. А, желтая карта. Получена. Так, а комната где? Вон идет спереди. Доступ получен. Супер. Мне нужно принести это назад к телепорту. Что-то смеешь, что все будет так просто. Давайте попробуем. Оказалось просто. И даже не вспотел. Если я попаду на станцию передачи, аргент-аккумулятор может вызвать перегрузку системы и разрушить портал. Че? А можно... Мы создали всего несколько аккумуляторов. Попроще. Лучший способ найти один из них — влезть в компьютер Хайдена. Телепортироваться. Е? Привет. Да, управление согласен, фейловое. Сделали бы они, не знаю, сейчас очень боятся разработчики VR делать управление, которое, ну как, перемещаешься, да, вперед-назад, там, вправо-влево. Хотя бы даже с углами, типа, укачивать будет. Да нифига, вот, в Skyrim вообще отлично игралось.
Да даже в Resident Evil отлично игралось. Чтобы найти аккумулятор. Единственное, где прям плохо игралось, это Hervey Line. Но там как-то так ублюдочно сделана была вся игра, и что тебя, в принципе, тошнило от игры даже больше, а не от перемещения. Так, где-то враги. Давайте немного почитаю чат. Враги где-то впереди. Прочистим окуляры. Я уже весь спотел немножко. Все, поехали. Руки. Так, одна рука есть, одна рука здесь, другая там. По-моему, я перепутал руки. Может, их так и нужно? Какая из них правая, левая? Ну ладно, похоже. Похоже на правду. А перезарядки есть вообще? Блин, ну какого хера? Черта! Я чувствую себя дико неловко, я просто не могу посмотреть нормально в бок. Мне приходится голову поворачивать, и при этом очень сильно. Неудобно. Может, конечно, дело привычки, вся херня, но боже мой. Я не хочу привыкать к плохому. Зачем привыкать к плохому, когда можно привыкать к хорошему? Улучшаемся. Так, замедление времени, боеприпасы, ХП, боеприпас. Вызвать лифт. Вызвать лифт. Муха! Мы едем вообще? Да, видимо, уже приехали. Как быстро-то? Вот они. Технологии Марс. Что-то фигня. Начать диагностику, блин, а как мне тебя вставить-то вообще? Так мне надо руку вставить или что? Вот ты непонятная херня. Ну давай. Секреты, улучшение оружия, аргент ячейки, испытания. Пройти уровень погибнув не более 3 раз. Это я не смогу. Сыграйте в игру Пниндюка. Баблажор, убейте находящийся в воздухе. Кента. Ну и черт с тобой! Вот что хочу сказать. Как у нас место-то вообще? Найти кабинет, все, пойдем кабинет искать. Не хочет она. Руки мои понимать. Ух ты, а вот и Марс. Пустыненько здесь. Не самое ходовое место для туристов, очевидно. Блять. Это вот и он. Только вот аккумулятор так просто не найти. Так, здоровье, гранаты, патроны. Что, можно взять это оружие? Блин, а какого черта? Взлом! Ух ты!
Курсор перемещается туда-сюда по ряду букв. Нажмите кнопку Т на правом контроле, чтобы остановить курсор, когда тот мигает зеленым какой-либо буквы, он перескакивает бла-бла-бла. Мини-игра. Самая сложная мини-игра в моей жизни. Я ж хацкер! За 5 секунд хацкер. Последний аккумулятор стоял в прототипе кибердемона, который исчез. Нужно вернуться в главную лабораторию. Возвратный телепорт должен быть рядом. О, винтовка. Комплект микроракет, мне это нравится. Давайте будем пользоваться винтовочкой. Супер. О, огонь. А куда еще-то? Сюда что? Неудобное говно, ну какого черта я должен... Горит, простите! И граната взрывается, горит. Все горит. Жопа в огне. Как так можно делать-то вообще, а? Не для людей вообще ни разу. Не знаю, может попробовать туда DualShock перейти, что ли? Но я не знаю, как нормально управляться с PS Move. Отстой какой-то полный. Быстрый. Тут открыто вообще, не? Меня не рады видеть. Нормас. Открыть шлюзы. На Марс, что ли, сейчас? Прям выбираемся. На планету? О. Это похоже на что-то стрёмное, но, видимо, мне туда. Её взорвать надо, интересно, или что с ней сделать? Вот. Доберитесь до телепорта. Ну, я вроде здесь. А, я сдох! Простите, не сразу понял. Какой ты большой засранец. Попался. Камон. А, кстати, может, что-нибудь в настройки реально зайти? Может быть, там нас научат, как правильно. Так, стой. Options, шмопс, шмопс. Так, как тебя ниже-то вообще? Так. А, вот, хорош. Параметры. Игра. Сложность. Автосмена, пустая обойма. Автосмена новая. Стиль прицела, черт с ним. Подсветка для телефрага. Окей, индикатор. Компас, шкала здоровья боссов, подсказки о взаимодействии, давление о целях, маркер камеры ниже. Можно ниже вообще?
Нет, нельзя, ниже я понял. Хер с тобой. А. Конфигурация контроллера движений. Меню пауз, стрельба, использовать, рывок, бла-бла-бла, телепортация, бла-бла-бла. Защитный импульс, бла-бла-бла, модификация. Оружие, досье, окей, смена оружия, быстрый поворот, супер. Какой же это? То есть нет поворота нормального на, там, не знаю, 15 градусов, 30 градусов. Не! Зачем? Вибрация, значение по умолчанию, видео. Нет. Ну, короче... Забей. Ой, это было хорошо. Теперь валим отсюда нахер. Все? Еее! Изи! А блин, нифига тут не все. Еще. Толпа мелких засранцев. Я понял. Так, надо где-то аптечку искать. Наверное, это аптечка? Это хрень какая-то. Живем. На! Куда отсюда здесь так много? Двадцать семь кп. Ау! Гамомер! Статич. Какая демона сраная. Все? Похоже, да. Ну ладно. Ты дохнуть будешь вообще, а? Супер. Ух. Что так, подружка-то мало.
ты аптечка вообще? Вот, да, аптечка, супер. А ты что такое? А, черт тебя знает. Патрошек нет. Ты как так-то? ХП. В жопу пошел! Мудак тупой. Как тебя убивать-то, когда патрошек? Может быть, надо экономить как-то патрошек. Штурмай нормально, нормально жарят. Но дробовиком это беда. Он начинает что-то палить, как мудак просто. Там сам и сдох. Бывает, ой. Вот я не понимаю, ну то есть там не дебилы же, по идее, сделали, что тестировали все это говно. Почему они... О, аптечка, кстати, большая есть, все, буду знать. Куда можно за аптечкой пойти. Какой мудак решил, что в 2016 году... Берсерка! Ох ты, ё-моё. Бляха, мух, там быстрее, пока это берсерка. Берсеркировать. Погоди, я с берсерка. Или чё я? Какого херня я? А, лол. Хорош. Я понял. Тут есть берсерки, я знаю. Неплохо так. Что, закончился берсерка? Блин. Плазмаган! Ау, блин, да какого неудобного хрена? К черту! Опять хп! Нет, ну, там же аптечка была нахер! Дерьмо собачье. Познаем Дзен. В Doom VFR. Это пожирает праздных. Движение ключ к победе. Ага, да. Такой удобный, как знает тебя хрен что. Ровение шлюзы, блокировка зоны. Видимо, пока всех иностранцев не убью, зоны меня тут не разблокируют. Ок. Thank you.
успеть. Ах, хорош, успел. Супер. Успел второго досрана замочить. Ну, теперь по одному давай. Вот здесь мудак. О, супер мое. А жирно ведь все? Аптечку, аптечку, аптечку бери. Бери аптечку. Хорош, взял аптечку. А чё она какая слабая аптечка-то эта? Аптечка, аптечка. Ух, да! Всё? Надеюсь. Ни хрена не всё! Размечтался я. А! Чё, чё? Чё происходит? Бам. Бэнг-бэнг. Пауза. Как люди. О, нифига вас там. А, иди нахер. Тут все где-то были. О, хорош. Рейдшот! Все? 98%. Легчайшее в моей жизни. Или не все еще? Фу. Прорвались. Да, кстати, чуваки, у меня для вас, не знаю, для кого-то грустная, может, для кого-то не очень новость. На следующей неделе я в понедельник ложусь на операцию, соответственно, моих стримов на следующей неделе, скорее всего, не будет, может, только к выходным. Поэтому... Надеюсь, Гара с Алиной кошмарик не дадут вам скучать.
найти что-то там. Нашли что-то там. Да, я думаю, что нам здоровье пригодится. В этот раз. Нет активных целей. Ну, нет так нет. Это ставим эту хрень. И, наверное, это прохождение уровня. Да, испытания, секреты, улучшения. Продолжим. Давайте сделаем перерывчик. На минутку пообщаться, а то я тут сижу все время. Ничего не вижу, ничего не слышу. И вообще... А, да. О, привет. Игра, разберись с интерфейсом, да. Игра похожа на чертовое слайд-шоу. Игра была бы не так плоха, даже валить этих застранцев весело и прыгать в них тоже забавно. Кишки разлетаются весело. Управление все портит, просто все портит. Я 90% времени сосредоточен на том, чтобы смотреть в нужную сторону, поворачиваться и не стать задницей к врагам. Это дико... раздражает. Да. Интересно, дата, когда разрешение VR меняем. Понимаешь, в самом VR, то есть даже шлем уже готов. Вот тут вот два монитора 1080p разрешение. Но беда в том, что с картинками подается 360p. Потому что больше железа не тянет. Но да. Когда выйдет PlayStation 5, возможно, если брать с консольки. И я на ПК тоже. Когда все на i9 перейдут. Жадость меняет на другую систему проводить. Да, ну смотри, в Skyrim VR такая же хрень была. Куча народа завайнила, в итоге поменялись. Адекватно было, я с удовольствием все-таки бегал в Skyrim VR. Играл, никаких проблем не было. Здесь же прям портится впечатление. Гранаты для слабых, разумеется. Эх. Может, ничего лишнего не пошли, не отрезали? Не, не, все нормально будет. Надеюсь, по крайней мере. Я в надежных руках, хочется верить. Прогнат не забывает, так они неудобные, понимаешь? Пока ты замахнешься, ты ее рискуешь либо под себя кинуть, да? Либо пока ты замахиваешься, тебя уже расстреляют. Нужно как-то еще маневрировать, и это прям как раздражает. Ладно, погнали дальше. Что у нас там по времени? У нас еще часик есть. Вперед. Так. Слепым себя чувствую в шлеме. Глаза видят одно, а вокруг другое надо найти. Так. Интересно, какая это рука, как вы думаете? Ну, наверное, надеюсь, что... Не, похоже, я все-таки перепутал. Или нет? Сложно понять. Ух ты, ё-моё! Некоторые двери в аду можно открыть только черепом ключом определенного цвета. Будем знать, будем знать. Портал расширяется. Я должен вырубить эту станцию. Нужно сперва потушить пожар, иначе все без толку. Какой пожар? Кто горит? Ух ты, что-то горит. Должен быть огнетушитель. Найти огнетушитель.
заметили, да, что мне чаще всего вместо того, чтобы повернуться, проще делать разворот на 180 и немножко повернуться в бок, чем поворачиваться в другую сторону. Это охренеть, как неудобно. Но я уже привык. Что не сделаешь. В смысле? Не понял. А как мне вниз попасть? Вот, тут где-то была какая-то дверь, да? Которая не открывалась, может, она откроется теперь? О. Идрить. Хорошо-то как. Вызовите дронов. Дроны! Оперативный центр. Немножко из двух частей состоит магнитушитель. Это как вообще работает? Зачет, зачет. Вот они, технологии Марса. Демона потеряли в ходе экспедиции. Только Оливия знала, где проходила первая экспедиция. Тушим, тушим. Она могла хранить эти координаты только в личном архиве. Телепортируйтесь к Лазарю и получить координаты. Полетели что? Уже призрачный. А ты как думаешь? Доберитесь до кабинета. Хорошо. Два стволочка. Небезопасный уровень демонтизации. Начинается блокировка. Ау, иди нахер. Эй, я ж тебя, это, подорвал. Здоровья, я тебе, хорош. Самый херовый дробовик из всех дробовиков. О, что хочу сказать. Четырехкратный урон. О, неплохо, ну как. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята.
Вовремя. Добраться до кабинета. Куда? Что-то нас блокировали, разблокировали. Тебя, что ли? Оливия разбиралась во всем этом. Тебе не следовало допускать, чтобы его нашли. Ты подвела этот нас. Это была не я, это Сэмюэл. Он привел их к его гробнице. Прошу, мы можем исправить это. Я обещаю. Ворота откроются по плану. Взломайте систему. Я же хакер. Сейчас все взломаем. Ух ты. Два оружия. Это удобно. Лайк и босс просто. Я смогу найти эти данные в личном планшете Оливии. Может, там еще что было? Ну, подружки. Опять ням-нямка. Так, это еще здоровье. Я же не хочу умирать больше. Мне хватило. О, ракета-мед. Ты ракета для цели. Ладно. Я не знаю, что это за хрень, но лучше, видимо, не трогать. А где там кабинет-то? Господня. Боюсь, что там закрыто, друзья. А, вот что-то сверху. Так. Управление лазером. Ориентируйте лазеры, вращая голографические рукоятки, пока луч не достигнет цели. Не ставим зеленым. Чё? Давай, двигайся.
Чё это за херня? Простите. Алло. Дрить. Это не я, она сама. Ничего не знаю. Ну конечно. Кто бы, мать его, сомневался-то в вас тут, что такие красавчики придете в гости. Я не смог его прыгать, вы поняли, да? То есть он за это захирился. А, короче, дебилин. Мне бы сейчас квадродемедж, конечно, не помешал. Еще чем-то. О, сейчас смог. Какой живучий. Ладно, я еще живу. О! Это же голову какашка. Oh. I'm loving it. No! Один. До свидания. Что за мудак придумал эту дебильную систему управления? Сука, руки им оторвать хочется. Эй. Да погоди ты. Невероятно слабый дробовик, просто самый слабый дробовик, наверное, из всех дробовиков, которые только могут быть в этой дробовселенной. Блять! О, конечно, бы припасов нет. Нахера я квадродэмэдж просрал? Нельзя
куда такие вы в голову? Я живу, а где аптечки-то, гиппоном матрёна? О! Так, открылся, блин, большие головы огромные. Большие головы, это грустно. А, 9 хп! Не горит. Привет, привет. Привет, Монте-Крист. Я бомбил эту херню. Тут не дает нормально маневрировать, то есть, понятное дело, противников много, да, вот сейчас там реально много оказывается. Ну и разумеется, надо как-то нон-стоп двигаться, но ты, блин, не можешь нормально двигаться. Ты либо двигаешься, либо стреляешь, пытаешься сместяться, ты хреново стреляешь, хреново двигаешься. Какой хентайчик, ты чё, в PlayStation VR нет хентая даже при всем желании. Там максимум Summer Lesson есть. Для этих, для аниме-дрочеров. Чё вот, блин, вот эти перемещения, видите, вправо-влево. Оно тоже сделано на самые неудобные клавиши. Ладно было на подходящие клавиши было сделано. Так нет же. Более-менее нормально, вперёд-назад перемещаться. Вперёд-назад, сами понимаете. Не профит. На, ЮПРСТ! Наверх попробуем, пожалуйста. Там у меня сверху вроде лучше получалось. Хотя, блин. Нет, тут еще хуже. Ладно, хотя пространство для маневра будет. Хотя, конечно, постоянно сзади подходит, но поворачивать неудобно, но, блин, хоть есть когда маневрировать, если что. Дробовик, но я не хочу дробовик, ты понимаешь, это дерьмовая пушка, она не дэмажит в этой грёбаной игре. Почему ты все на дробовик даешь? Вот ракетницу давай. Самоубийцы, да, отлично. Супер! Пиздец какой-то. Ты дура, я не хочу дробовик. Не хочу я дробовик. Почему ты дашь мне дробовик? Какого? Да ёп!
Ты где вообще, большой засранец? Вот ты где. Бам-бам-бам-бам-бам! Бэнг-бэнг! Е! И это все! Спасибо, кто там за донатик Монте-Кристо. Дай разок мажу. Спасибо, спасибо. Всегда приятно. Небезопасно. Давай я просто, блин, потрачу, я могу все патроны на рыбака потратить, их слишком много. Вот здесь появился идея. Какого у меня... А, это блин, дробовик, окей. Ладно, еще с тобой. Жопики, ауч! Оу! Блядь! Я сам себя убил сейчас. Просто нахер сам себя убил. Переключился на базуку и давай в себя шмалять. Супер дробовик. Хочу супер дробовик. Хотя бы супер. Какого? Так, я вот один. Откуда здесь? Ты же с другой стороны был. Можно тебя обойти? Вон, сюда. Опять дробовик, да нет! В жопу. О, давайте сложность облегчим. Дичь какая-то. Мне еще рано умирать, да, я еще. Молод, в самом рассвете сил. Мы сегодня справку дали, что я вообще. Мужчина в полном рассвете сил.
штурмовик хотя бы дымажит. Вот, в отличие от просто дробовика. Хоть и медленный засранец, но убойный. Смотри, вот вы там пишете, да, что, мол, типа, VR-шутер это говно. Нет. Говно конкретно тут управление даже. Даже не сама игра, ну хотя, блин, конечно, управление сильно портит впечатление от игры тоже, да, но суть не в этом. Теперь есть шута на VR-шутана Arizona Sunshine, который я стринул. Там все классно, там хороший там шутер против зомби, VR, да, и там хорошее управление, там прикольный геймплей, все сделано, даже графоник. Ох. Могут же? Когда захотят. Так, у меня опять патроны дробовика-то. Я ж вроде бы закончил. Живу, живу, живу. У нас там много, не хочу туда. Глазашки застанутся. А как кова? Что, здоровье все есть. На этом уровне сложности пойдет. Можно их убивать. Все? Не, еще есть. Ладно, это вроде уже мелочи. Аллилуйя. Видит. Куда теперь-то? Беда у вас, чуваки. Вам и бездемно, смотри, весело. Ох. Дебильное переключение. Так. Нашли планшет, супер. Улучшим потрошки. Так, я здесь. Там, видимо, какой-то проход снизу есть. А, вот он.
Время убивать. Один скет нашел. А, кто? Кто здесь? Нужно больше играть в стиле Айспект. Да, вот это была прикольная игра. С этим согласен. Больше патронов дробовику, да. Чтобы больше бесполезно тратить выстрелы и не дамажить. Да, без проблем, что хоть здоровье пройти. Не, ну такое здоровье никому не хватит. Обалдеть. Чтобы открыть портал в ад, нужны точные частоты и много энергии. Телепортом станции не хватает мощности, чтобы открыть портал. Но я могу перенастроить прототипы БФГ. У них энергии полным-полно. Не, может быть, действительно, если пользоваться Окулусом, если пользоваться, иметь большую территорию, где можно ходить, спокойно поворачиваться, да, тогда может быть, но само по себе управление вот этих вот двух PS-мувов, оно дико неудобное. Стрим-то графон передает. Не, например, такая же графика. Не, разумеется, посмотрите, VR это чувствуется, конечно, поинтереснее, да, но графика там такая же. Для мороженки. Ням-ням-ням. Аум-ном-ном-ном. Так, ну что. Давайте еще один уровень попробуем пройти. Дадим игре еще один шанс, да? Да, все вот это перемещение уже прям другими красками вообще игра проиграла. Эти гребаные телепорты. Очень неудобные и криво реализованные. Получилось. Смотри, что я делаю вообще, вот чтобы нажать эту гребаную кнопку, но у меня рука сломается вот таких вот манипуляций. Еще одну операцию придется на неделю делать. Стабилизатор питания сдох. Придется найти замену. Нужно вернуться в опер-центр. В долине набиты запчастями. Надо начать отсюда. Че, опять телепорт? Фу. Пара-пара-па. Пью. Телепорты и прыжковые площадки, позволяющие быстро менять вектор атаки. Есть в одном из хранилищ. О, олдскульненько. Какого?
замечательная наводка. Ох, стой! Убойненько, убойненько. О, опять рыбовик. Что ж ты будешь делать-то? По счету, штурмовая винтовка не самая лучшая идея, а пушка Гаусса лучше. Не знаю, что там за улучшение, но она мощная, а улучшенная мощная пушка вдвойне хорошо. Тут берсерк был, оказывается. Уроник. Всем. Ну вот и что мне с тобой делать? Гребаную игрушку подобрать, ну как? Давай, бери. Найден секрет. Все получится. Знаете, учитывая, что я уже открыл почти все улучшения и, видимо, все пушки, да? Судя по всему. Где? Да, и все пушки, видимо, играть-то осталось так же долго. То есть, скорее всего, максимум еще парочку уровней нас ждет. Игре. Это же где-то было, вон, берсерк. Берсерк мне дать. Ух ты, ёб тебя! Иди нафиг! Ты где вообще?
Еще будут? Все? Тьфу. Спидран, короче. А, это, блин, миниган, ё-моё. Я обожаю это грёбаное управление. Самое лучшее управление в мире. Просто премию за вклад в развитие VR надо выдать. Разработчик. Все? Как-то очень быстро получилось. Закрути яркость темень. Да кто она такая? Что поделать? Должен закрыть этот портал. Игра сделана очень дешево. Пожалуй, стоит. Но по отношению с другими VR-играми, конечно, что такое? Ага. По отношению к другим VR-играм, конечно, тут есть что-то интересное, да? Но просто я не знаю, мне тяжело, реально тяжело смотреть на все остальное, когда тут дико неудобно, мать его, перемещаться вообще, стрелять неудобно. Весь геймплей, который, извините меня, на стрельбе основывается, да? Получается прям полный отстой из-за того, что ты не можешь нормально двигаться. Это прям дико портит сразу же впечатление всего остального. Ну а если, допустим, закрыть на это глаза, то обычный, более-менее неплохо сделанный шутер для VR. Вот. Атмосферы, думаю, конечно, тут нету, да. Враги, разве что знакомые, все. Не какие-то отсылочки есть, но в остальном это просто обычный шутер. Погнали. Так, что там сделать? С подозрением, что мы уже близки к завершению, на самом деле. 1-2 уровня, скорее всего, остались. Так что, может быть, даже получится пройти. Эй, какого черта? Так, что нам надо? Заменить стабилизатор питания. О, хорошо. Сейчас все получится. Тот же самый Skyrim VR вышел куда удачнее. Во-первых, настоящий Skyrim, да, виртуальной реальности, вполне неплохо сделанный, вполне удобно управляется. Скорофония примерно Skyrim'а, в том числе, да. Это было неплохо. Пока что если такой рейтинг составлять, конечно, самые крутые VR-игры, в которые удалось поиграть, это Until Dawn Rush of Blood, его, кстати, сейчас бесплатно раздают подписчикам PlayStation Plus, Batman Arkham VR, крутая штука, I Expected to Die, крутая штука, более-менее крутая Surgeon Simulator, да, это симулятор хирурга, что еще? Ну, гонки, да, довольно занятно VR погонять какие-нибудь. Кто еще что вспомнит? Верчик, а куда нам? Нам не сюда надо.
прототипы выстрелят одновременно, портал должен открыться. Система защиты ограничивает выход энергии. Я смогу обойти защиту в центре управления главным терминалом. Активируйте терминал BFG. Big fucking gun. Нас телепортировалось, что ли, опять, да? Нужно включить главный терминал и заняться колебаниями мощности. Ого. Норм. Смотрите, вот даже как бы переключение пушек, да, нормально в Думе, то там цифру нажал, переключился. Тут у тебя время не останавливается, но замедляется, потом замедляется тоже очень криво, и это тоже так бесит. То есть нормально поменять пушку нельзя, вот сейчас выбор, но все равно от дробовика стрелять, тратить его патроны. Потому как выбора у меня нету. Мое место. Лазарус элеватор. Похоже, все эвакуируются. С оружием. Ну конечно. Пулемет. Какого? Простите, лешего. Поменяю пушку тогда уже. Закачано.
за хрень? Уязвимость, хорош. Думаю. А что у вас тут как? Немного. Я понял. Комната чиста. Пожалуйста, проходите к ближайшему выходу. Актуарий ожидает вас. Ближайший выход. Знаете, откуда я пришел? Отсюда, да? Не сюда. Он, видимо, туда. Выхода энергии 25%. Но я могу снять это ограничение в центре управления главным терминалом. Чтоб тебя. Обойти защиту можно лишь с главного терминала. Перезапуск системы. Подача энергии восстановлена. Так, лифт открылся. Кажется, здесь какая-нибудь срань попрет. Неминуемо. Ладно. Вау! Да, еще какой дебил одумался сделать альтернативный огонь на левых курок. Это реально отбитым надо было. Вот я сколько уже пушек сейчас только что просрал. Пытаюсь просто переместиться. И мискликая. Блять. Срань господня.
Уничтожьте всех демонов, чтобы завершить сессию. Да. Часть сессии. Смотрите, смеет БФГ. Неловкий вопрос, который всех шотает. Жмите кнопку Т. Рука Т. Последнее улучшение. Может, при этом я одно уже бросал, может, это даже и последнее. Все. Так. Вот элеватор. Который меня убил в начале игры. Ну, ты собираешься? Супер. Фу! Пойдем. Я еще не сюда. Нет, это херня надо. Сейчас будет мясо. Или нет? А, вон, между ними надо телепортировать. Из красного в синее. До чего техника дошла? Дробовик. Вот. Чего есть патроны вообще? О, хорошо.
трехкратный урон. Во! Теперь повеселимся. Можно еще не попроще. Это даже дробовик, наверное, начнет дамажить. Да, смотрите. Ты что еще за... Демонюга. Все, закончился мой урон. ФФГ такие, как ты, на орешке. Это, видимо, не босс. Да, беда. Ну, что с тобой? Все. Какой рогатый красавчик, смотрите, пришел. Ух ты, ёп. Это неприятно. У меня только пистолет остался, лол. Уже я потратил все патроны. Да, смешно. Ну, хоть что-нибудь есть у вас? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Блин. Реально ничего нету. Ладно, один готов, неважно. И с голым пистолетом. На демон сбивать даже огромных мудацких. Почти бессмертный. Как вы там?
Так, что еще не все? Я могу стабилизировать портал, настроив лазерную систему защиты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, не доктор, но ваши головоломки решить могу. Может, нет. Что-то узнает. Прощайся. Хорошо. Да куда ты? Что-то бесившееся. Зеркало. Сами знаете, как элементарная жесть? Просто кручу во все стороны, она сама фиксируется. Это прям самая лучшая головоломка, пентаграммка. Еее. Все? Активировать, да, активировать. Зарегистрирован скачок мощности. Что, босс-файт или гамовер, как вы думаете? Если босс-файта не будет, вообще ладно. Или то, что было, это не босс-файт был. Там меню каждого досранца было по две штуки. Я не так себе были боссы. Вот куда попала та экспедиция. Я смогу засечь энергопрофиль аргента аккумулятора с помощью сканера. Ведьму мы в аду. Выживите, мне капали. 7-7. Ох ты, ё-моё. Черт. Блин.
Я так тоже. О! Доберитесь до портала. Да вот они мне добраться, пока я тут не убью всех засранцев. Сейчас, как же. Один рогатый. Мне вообще-то говоря больно. Здесь там аптечка где-нибудь. О, хорош.
половиной. О, хорош. Фу. Все, наконец. Нет еще. Нет еще. Не хватило им, видимо. Веселья. Я ж тут был уже, нет? Ну, смотри, тут прямо в этой локе. Ну, давайте уже все, я уже устал. Хочу отдохнуть. Блять. Оказывается, быстро было. Ну и черт с тем. Фух, что там по времени? Да, надо заканчивать, друзья. Ну ладно, еще попробуем сейчас пройти уровень. В аду побывали, да. Ну вот уровень пройти. Ладно. И его как-нибудь, может, в другой раз. А может, и не в другой раз, не знаю, вряд ли. Будет у меня желание вернуться. Гидум VFR. Да и черт с ним. Штанчик веселый, но управление портит просто все. Все веселье. Увы. Привет, Сэм, еще разок. Ну что, в таком случае всем счастливо. Спасибо. До завтра. Прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. Монте-Кристо, спасибо за поддержку. До встречи.